Маленьких пациентов детского отделения городской больницы номер 1 имени Семашко в рамках благотворительной акции «Наши дети» поздравили с наступающим Новым годом. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в гости к ребятам пришли заместитель председателя Оршанского райисполкома Виктор Калачев, заместитель главного врача УЗ ОПЦ по медицинской части Александр Гриневич и заведующий городской больницы номер 1 имени Семашко Владислав Акулович. Дети, которые сейчас находятся на лечении в больнице, не могут попасть на новогодние праздничные мероприятия, которые проводятся в регионе. Но это не значит, что они должны быть лишены новогоднего чуда и подарков, рассказал Виктор Калачев. Разрешите мне, лица Оршанского района исполнительного комитета, от себя, всех детей, вас поздравить с наступающим Новым годом и, конечно, Рождеством. Понятно, для детей, наверное, это самый долгожданный праздник, когда дети ждут какого-то волшебства, подарков. И помимо Деда Мороза, в эти дни волшебником, конечно, становятся родители. Поэтому, конечно, детки, вас с наступающим Новым годом. Крепкого здоровья, не болейтесь. Надеюсь, вы быстро выпишетесь и будете встречать праздник в уютном семейном кругу. Родители, вас также с наступающим Новым годом. Крепкого здоровья вашим детям, вам. Добра, уюта в мире. Ну и, конечно, мира всем. Все желающие детишки смогли рассказать новогодние стишки и спеть песни, за что Дед Мороз и Снегурочка подарили сладкие подарки.